Мне жаль, если ты думаешь, что быть человеком недостаточно. Но мы люди надеемся, когда найдешься. И мы верим, когда верит уже глупо. Все бывает порой, несмотря ни на что. Мы будем ждать. Итак, кто из вас двоих тут главный? Я. Тогда, если бы мы были богами, как бы ты помог нам освободить детство? Моя дорогая, ты мне кого-то напоминаешь. Афродиту. Она была моей женой. Идем со мной. Если взял в подземном мире, наверняка его держат в самом сердце Сартара. Его есть немного вредных, пока его жизненная сила окончательно не истекла. Как нам добраться до него? Никак. Ну, в общем-то, ты пошел в Африке. Но когда я придумывал это чудо, я добавил секретный проход. Короткий путь, если хотите. Вы придумали так? Ну да. Я построил его. Афродита, я могу не только отвезти вас туда, но показать вам достопримечательность. Для того, чтобы прямо Тартара была совершенно неуязвима, я создал ее, вывернув наизнанку. И мне пришлось оставить проход, чтобы я мог выбраться, когда закончил работу. И этот лабиринт единственный способ человеку пройти через подземный мир и попасть в самое сердце Тартара. Что просто? Помилуй Богу и тебя. Неужели это не остановится? Мне страшно просто. Я дождь. Я Бог. Я буду все правильно делать. Когда твои драгоценные люди умирают, их души попадают в другой мир. Когда умирает Бог, это просто пустота. Правильно приложить края, но покажет меняющееся изображение того, что нужно. Признаюсь честно, это шедевр. Ну, полезная штука. Какой держал там навигатор у тебя? Но ты ведь сын Посейдона. Это он научил меня навигатор. Ну, как соблазнить русалку. Блин, придумал, вот же. Я создал его так, чтобы он играл в вашем разуме. В конце концов, разум и